определил я, что вот отсюда подтекает масло. Вот если будет видно. Короче, она даже там чуть-чуть ходит. Вот так прям по центру его надо пробить. Вы видите, он там ходит. И как бы он без проблем достался, ну вообще. То есть просто взял и достался. Вот такое заказал. За 50 рублей. Ну это не сальник, это заглушка. АНУ АФК 77-24-81. Ставим. Опа. Таких вот вещей лучше избегать. Мы его не смазываем. Вот что важно. Значит, вы видите проушину вверху. Вставляете к сальнику молоток. В проушину вставляете какую-нибудь. И вот таким вот образом его туда забиваете. Вот как-то так. Упор проушина. Все, сальник стоит под лицо. Ну, это не сальник, это заглушка. Всем удачи в ремонте. Дальше собираем кожух. Все в стандартной последовательности. Всем пока.